Яркую презентационную программу представила жителям республиканской столицы. В штабе общественной поддержки «Единой России» в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел день Зеленчукского района. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Зеленчукский район представил всем собравшимся удивительные работы мастеров. Это картины, работы по дереву и разные изделия, которые раскрывают историю становления и развития муниципалитета. Особое внимание обращали присутствующие на волонтерский блок, где можно увидеть, как оказывается помощь нашим бойцам в СВО. В дружбе и благоденствии в Зеленчукском районе проживают русские, карачаевцы и казаки. Ну и как же на такой яркой выставке обойтись без национальных блюд, а именно горячих карачаевских хачанов с мясной начинкой? Это площадка даст возможность окунуться в жизнь Зеленчукского района, уверяют организаторы мероприятия. Стоит отметить, наш район довольно знаменитый. Издревле он является кузницей кадров. У нас очень много есть выдающихся личностей, которые представляют потом и район, и Карачай-Черкесию, и в Россию в целом. Если говорить о районе, о развитии нашего района, стоит отметить, конечно, наши такие объекты, как Сауран, один из самых больших телескопов на земном шаре, соответственно. Вот, также стоит отметить, что в Зеленчукском районе, как, впрочем, как в Карачаево-Черкесии, строится и капитально ремонтируется очень много объектов. После для всех собравшихся организовали яркую концертную программу с музыкальными номерами артистов отдела культуры Зеленчукского района. В мероприятии участвовали и депутаты парламента республики. Приятно видеть, что проект «Дни муниципалитета» дает возможность увидеть колоритную жизнь наших районов и людей, которые развивают наш регион, отметил руководитель регионального комитета партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Получил огромное удовольствие, конечно, то, что «Дни муниципалитетов» начались именно с Зеленчукского района, это такой решающий фактор. Сразу задрали планку для других районов, но, надеюсь, они справятся. Я скажу так, что эти штабы создавались именно для того, чтобы вот такая точка притяжения, когда по культурным принципам, по политическим, может, мотивам, а может, просто люди собирались, реализовывая свои интересы. Именно такие мероприятия нас объединяют, и мы старались подарить настоящий праздник всем собравшимся, отметили представители администрации Зеленчукского района. Наш Зеленчукский район — один из больших районов, которые могут решать вопросы. И благодаря нашему правительству, благодаря вам, уважаемые люди, уважаемые коллеги, сегодня мы находимся здесь, сегодня мы делаем то, что мы можем. Дни муниципалитета предоставляют уникальную возможность местным жителям и гостям узнать богатство традиций и обычаев народов, проживающих в республике. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.